Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Розмова на тему». І сьогодні ми поговоримо про культурне дозвілля для всіх вікових категорій і, зокрема, для родин, які пропонує Миколаївський обласний краєзнавчий музей. У нас в студії компетентна і чарівна гостя, пані Світлана. Доброго дня. Добрий пані день. Світлана Романенко, завідуюча відділом пересувних та стаціонарних виставок краєзнавчого музею. І одразу ж хочу поговорити з вами про ту програму, яку започаткував музей і яка триває вже кілька років. «Мама, тато, я. Музейна сім'я». Саме зараз ця програма знову актуальна і знову діє. Що ж це за програма? Три года тому назад в музее возникла идея провести семейную программу на весенние каникулы. И так вот эта идея выросла в уже многолетнюю программу, мы третий год ее продолжаем, когда в марте месяце мы приглашаем родителей с детками в возрасте от 6 до 12 лет посетить различные маршруты. И интересно, увлекательно провести время в музее. Не просто смотреть на экспонаты, но еще что-то узнавать дополнительно из путеводителей, пробовать что-то сделать, некоторые реконструкции, допустим, с предметами, да просто некоторые экспонаты посмотреть, как же они действуют. Mm-hmm. Вот у нас была программа «Маршрут по залам этнографии», детишки у нас могли попробовать гладить старинными предметами с помощью рубеля и качалки, что было довольно-таки для них увлекательно. Про те, що програма вже певний час працює, вона навіть має свою емблему, це свідчить. Зараз покажу нашим глядачам. Ось така чарівна родина журавликів. І можете побачити «Мама, тато, я. Музейна сім'я». Этот логотип мы специально разрабатывали для нашей программы. Хотелось, чтобы он был таким сказочным, необычным, но в то же время связанным с историей нашего края. И у Евгении Петровны Бондаренко, которая работала тоже на телевидении, которая писала новеллы, вот у нее есть такая новелла, что когда долго не было дождей, то всматривались в небо, и если видели, что летит голубой такой журавлик, то это символизировало, что скоро будет дождик. И вот такой оптимистический у нас образ журавлей, которые приносят надежду на своих крыльях, ну и программу в каждую весну они приносят в нашу жизнь. Это весняна программа, саме тому и журавли, напевно. Також мы на столе маємо, я думаю, что с часом будет видно и диплом, паспорт, маршруты, які розроблені. А конкретно про маршруты хотелось бы сейчас поговорить. Вы сказали, что их три. Какие же это маршруты? Мы разрабатываем три маршрута. В этом году они только по краеведческому музею. Один маршрут называется «В царстве воды». Ну, Николаев находится на полуострове, окружен реками. Вообще водных ресурсов края достаточно много. Вода – источник жизни. И поэтому вот такой интересный маршрут. Ребята могут пройти, познакомиться с рыбами, с птицами водоплавающими, вообще подумать о том, какую же роль играет вода в нашей жизни. Ті брошури, які ви принесли, зокрема, ми бачимо, що тут є і завдання, які стосуються води, і пізнавальна інформація тут міститься. Да, у нас маршруты разработаны, каждый ребенок приходит с родителями, получают вот такой вот путеводитель по залу, и с его помощью могут путешествовать. Они ищут в витринах необходимые экспонаты, отвечают на вопросы, могут делать даже опыты. Вот у нас с водой ребята ставят опыты, довольно-таки интересные. Не всегда они, может быть, связаны только с природой, но с физическими явлениями. Но, тем не менее, для деток этого возраста познавать что-то новое, проводить собственные эксперименты достаточно интересно. Знаете, это настолько корисно с багатьох аспектов, и пізнавально, и организованное таке дозвілля, и это таке сближення родини, когда все разом, и дорослі, и маленькие,
виконують завдання спільно, це ж насправді дуже зближує. Да, нам хотілося, щоб родители вместе с детками проводили больше времени и не просто отдельно смотрели экспозицию, а вместе. Ведь у родителей намного больше опыт, чем у ребенка. Но не каждый родитель может ребенку, вот как экскурсовод, рассказывать. В этой витрине там расположены такие-то птички, вот они водоплавающие, почему они плавают, почему лапки, клювики у них такие. А вот с помощью этого путеводителя мы как бы подталкиваем родителей на разговор с ребенком. Путівники, вони як ніби міні-екскурсія, яку можуть батьки своїм дітям організувати. Да, да, тут дополнительна інформація і вот такі вот інтересності, зв'язані з нашими експонатами. Ми іменно розказуємо о наших експонатах, які виставлені в експозиції. Перший маршрут стосується води, другий. Второй називається «Прогулки со сказочними героями». Вот такой вот необычный маршрут по залу етнографії. Почему мы решили сделать такой маршрут? Ну, очень много сказочных предметов, которые сегодня ребятишки не встречают в быту. Они слышали, что Баба-Яга летала на ступе, но как выглядит эта ступа, да что это такое, для чего? Они не имеют представления. И поэтому вот зал этнографии, как наиболее насыщенный такими необычными предметами, вышедшими же из употребления, мы решили посвятить этот маршрут именно в этом зале провести. Необычный в этом году этот маршрут, потому что мы предлагаем ребятам не просто там попутешествовать с помощью путеводителя и с помощью сказочных героев, но еще и разыграть сказку, инсценировать сказку. Яку сказку? Як це називається? Это «Колосок» сказка, «Колосок» известная. Народная сказка. Да, народная. У нас в экспозиции представлены предметы, которые в сказке упоминаются. Ну и наши реставраторы сделали маленькие модели, то есть ребята могут еще инсценировать вот с помощью предметов в руках. Це, напевно, для наймолодших цей маршрут розрахований. Ну, он не совсем для малышей, но и старшим детям, я думаю, что тоже будет интересно, потому что задания разные. Мы стараемся учитывать возраст деток от маленьких и немножечко постарше. До этнографичного відділу ми ще обов'язково повернемось, а зараз про третій маршрут хотілося почути. І третій маршрут называется у нас «В мире профессий». Сегодня в мире насчитывается более 40 тысяч профессий, а 300 лет было всего-навсего 200. И вот поговорить о профессиях, которые возникают сегодня, которые уже уходят, допустим, из широкого такого употребления. Те же фотографы сегодня говорят о фотохудожниках, правда? А в моем детстве фотограф – это было довольно-таки обычное явление. Фотоателье, мы все приходили, фотографировались в памятные какие-то дни. Я вот в школу шла, и мы в фотоателье приходили и фотографировались. И вот такие вот интересные задания, интересный маршрут разработан по профессиям. А какие экспонаты вы пропонуете по маршруту «Світ професій»? Потому что, ну, особисто мне даже интересно, что это має бути. Потрогать, что у нас можно будет. Ну, можно будет у нас одеть каску, допустим, настоящую. Можно будет почувствовать себя в роли телефониста и покрутить диск телефона. Сегодня мы привыкли кнопочные телефоны в основном. И вот предлагаем ребятам такие интерактивные задания выполнить. Я обещала, что мы повернемось до этнографичного відділу, и зараз мы это сделаем. Адже я знаю, что не лише навесні, а також и влітку вы пропонуете дітям і їх батькам інтерактивну програму. Зокрема, цього літа була запропонована програма «Прабабусина хата». Хата, «Прабабусина хата». Зараз я пропоную вам переглянути відеоматеріал про те, як влітку діти молодшого шкільного, дошкільного віку відвідували музей і знайомилися з експонатами, зокрема, етнографічного відділу у програмі «Прабабусина хата». Цього року вперше під час літніх канікул співробітники Миколаївського краєзнавчого музею запропонували новий цікавий захід – інтерактивні екскурсії для дітей молодшого і середнього шкільного віку. Проводяться вони в ігровій формі. Саме це найбільше приваблює малечу.
Вот сегодня потрогают, как прабабушки гладили чугунным утюгом, какой он тяжелый, не тяжелый. Потом попробуют гладить с помощью рубеля и качалки, как это было, легко или не очень. То есть мы пытаемся вовлечь ребят не просто рассказать сухо историю о традициях, а попробовать вовлечь ребят вот в процессы, которые были характерны для того времени. Під час екскурсії дітям було запропоновано за допомогою уявної машини часу переміститись на 100 років назад. І подорож до сільської хатинки прабабусі розпочалась. Скажіть, будь ласка, а хто в хаті должен бути був главним? Бабуся. Бабуся? Отец. Мама. Мама, її як називемо? Хазяйка. Хазяйка. Маленькі відвідувачі побачили, як була облаштована сільська хата в 1915 році, які предмети побуту використовували їхні прабабусі, які мали традиції й обряди. Мали можливість створити на магнітній дошці своє уявне подвір'я. Інтерактивні екскурсії цікаві тим, що дають можливість не лише побачити предмет, а й потримати його в руках. Діти активно залучились до такої гри і захоплено брали в ній участь. Мне понравилось, ну, то, что мы сегодня вообще пришли на эту экскурсию, то, что нам о всем этом рассказывают. Мне понравилось всякие развлечения хорошие. А еще понравилось мне отгадывать загадки. Задоволені цими батьки, які, побачивши оголошення в соціальних мережах, прийшли сюди зі своїми дітьми. Большое спасибо організаторам, дуже цікаво розповідають діткам. І радісно, що у нас ще не забувають про дітей, що їх треба розвивати, воспитувати і підтримувати культуру нашого міста і краю. Із найбільшим захопленням діти відгукнулись на пропозицію попрацювати за ткацьким станком, на якому наші прабабусі ткали полотно. Нижние струны, нижние ниточки поднялись кверху, а верхние, наоборот, опустились. И вот таким вот образом, если еще взять в ручки челночок, можно сделать ткань. Це була перша подорож до прабабусиної хати. Є в музеї ще одна захоплива екскурсія. Записатись на них можуть усі бажаючі, зателефонувавши до музею. У нас проходит еще экскурсия «Путешествие в пещеру древнего человека». Мы из современных людей становимся членами одного большого племени, племени мамонтов, и вот пытаемся тоже жить жизнью тех людей. Отже, щойно ми перенеслись до етнографічного відділу і побачили, скільки дійсно можливостей для інтерактивного знайомства дітлахів із, зокрема, предметами побуту. Навіть побачити веретено, прялку. Діти ж тільки з казок зараз і чують насправді про ці старовинні предмети. Ну, да, взагалі музей можна назвати універсальною машиною времени. Ми дійсно можемо путешествувати в музеї з тих времен, як чоловік появився на территории нашего края и общаться посредством экспонатов с современными жителями Николаева. Ну, проводится много у нас программ, действительно пользуются популярностью вот такие интерактивные программы. Только вот мы попрощались с Масленицей, у нас была целый месяц интерактивная программа для деток от Стританья до Масляное, на которую тоже приходило очень много посетителей. Ну, еще одной из форм работы музея являются мастер-классы. До мастер-классов еще перейдемо за кілька хвилин, а щоб завершити тему програми «Мама, тато, я, музейна сім'я», зараз я попрошу вас озвучити строки, скільки ще триватиме ця програма, щоб всі бажаючі могли встигнути відвідати її. Програму ми почали 10 марта, і вона буде продовжатися у нас до 10 апреля. Я хочу пригласити родителей з дітками, може бути бабушки, якщо у них буде час, придут со своими внуками в музей и пройти по тем маршрутам, которые мы предлагаем. По досвіду попередніх років, які відгуки залишають родини, які вже пройшли маршрут? Чи повертаються вони на другий рік, чи прийти потім ще один маршрут відвідати? Знаєте, мабуть, якщо б не було відгуку посетителей, вот положительного, дуже емоціонального, ми б не проводили цю програму більше. Вона б у нас в 2014 году почалась, і ми б перестали працювати в цьому відношенні. Ну, коли спускається дитина, держить маршрут,
счетный лист и прыгает на одной ножке, потому что он себя почувствовал вот, человеком там, 19 века, когда он мерил каток в дюймах, а не в сантиметрах, когда он смог там, попробовать себя как человек древний, добывает огонь, то вот, наверное, эти эмоции, они подталкивают нас продолжать работу в отношениях. Да, каждый раз новые маршруты, мы не повторяемся, мы стараемся, чтобы деткам было увлекательно, чтобы они находили все новые и новые темы в нашем музее. І що потрібно для того, щоб сім'я могла пройти маршрут? Треба якось записуватись, бронювати час? Це програма рассчитана на посетителей, которые приходят в музей, покупают билеты, говорят, мы хотим пройти по программе «Мама-папа». Выбирают маршрут и идут по какому-то одному маршруту. Пройдя маршрут, это обычно 2-3 зала, может быть, они гуляют по музею сколько хотят, потом спускаются вниз, но у нас администратор, он проверяет, правильно ли ребенок выполнил задание, выписывают паспорт посетителя программы «Мама, папа, я». Ну, а потом, если есть желание, если есть интерес у ребенка, еще можно вернуться на второй или на третий маршрут, как кому захочется. А сколько по часу разраховано приблизно один маршрут? Потому что маленькие дети, они же долго не могут концентрироваться. Нет, мы смотрим по времени, чтобы это занимало не больше 30 минут, 35 минут. И задания у нас разнообразные, они довольно-таки часто меняются. Мы стараемся, чтобы не было такого. То теоретично за один день можно пройти даже два маршрута. Ну, можно, но для ребенка это будет сложно, да. Не надо напрягать ребенка. Главное, чтобы он понял, что музей – это интересно, что музей – это связано с историей его семьи, что в музее очень много познавательных вещей, и чтобы ему хотелось прийти еще раз сюда, узнать что-то новое. И щось нове можна дізнатись не лише у залах музею, а і на майстер-класах, які ви вже згадали. Наближається Великдень, і я знаю, що до Великодня у вас теж проходять майстер-класи. Да, у нас розроблено дві програми з майстер-класами. Коли дітки приходять к нам в експозицію, ми розказуємо в течение 15-20 минут по той или иной теме экспозиции, а потом спускаемся в мастерскую, и там проходит мастер-класс. Какие-то две программы. Одна программа, связанная с народными праздниками, как придут до тебе три праздники в гости, а вторая программа называется «Николаевщина многонациональная». Мы изучаем национальности, которые проживают на Николаевщине, ну и потом делаем небольшую подделку из традиционных изделий той или иной национальности. И вот сейчас к празднику Пасхи, которую будем мы отмечать 1 мая, мы приглашаем николаевцев тоже принять участие с детками или, может быть, группами вот в таких вот мастер-классах по изготовлению писанки вощанки. Про подробиці цього майстер-класу поговоримо за кілька хвилин, а зараз, шановні глядачі, я пропоную вам віртуально перенестися до майстерні Миколаївського краєзнавчого музею. В наших архівах є відео попередніх років, де і відображено, як же проходять майстер-класи з писанкарства. Найкращий подарунок на свято Великодня – писанка. Майстерність, яка передавалася з покоління в покоління, зараз можна вивчити на майстер-класах. І ми сьогодні з вами спробуємо написати писанку, настоящую писанку ващанку. Ви, мабуть, знаєте, що раніше в Пасхі готували кілька украшень, видів украшеного яйця, да? Яйцо красили в один цвет, что называлось крашенкой, да, и писали с помощью воска, писали вот такие вот писанки-вощанки. Можно было украсить яйцо бисером, тогда получалась вот такая замечательная выкладанка.
Найважливіше, кажуть майстри, визначитися із майбутнім малюнком. Не можна бездумно малювати що завгодно. Писанка це уберіг. Наприклад, голубка – символ симпатії до молодої людини. Зірка – побажання щастя. Дубовий листочок – побажання міцного здоров'я. Робота над писанкою з найлегшим орнаментом займає близько години, складнішим – і до 3 годин. Потрібно проявити ювелірну точність, щоб навести акуратні лінії по яйцю. Для цього важливо не набирати занадто багато воску в писачок, щоб він не капав, а сам інструмент тримати строго перпендикулярно. Майстер, до речі, нікому не допомагає наводити лінії. Діти мають вкласти власну енергетику, адже це їх перша писанка. І головне – не хвилюватися. З хорошими думками завжди виходять гарні роботи. Отже, ми побачили, що в майстерні музею є і писачки традиційні, класичні, є і свічки, якими можна користуватися під час роботи, але так само ви пропонуєте і матеріали, які містять інформацію про традиційні візерунки на писанках. Да, конечно, мы знакомим с историей писанки, мы знакомим с традиционными орнаментами. К сожалению, для юга Украины их сохранилось не так мало, и поэтому, наверное, их надо более бережно хранить, передавать действительно из поколения в поколение, потому что это вот наши те орнаменты, которые писались 100-150 лет тому назад прапрабабушками, и хочется, чтобы повторялся этот орнамент и приносил сил действительно там и благополучие, и здоровье, потому что эти орнаменты наносились на яйцо не просто так. Какие же традиционные орнаменты для Півдня? Ну, у нас очень интересные названия наших орнаментов. Ну, допустим, казацкие левады, наш традиционный орнамент, ласточкин хвост, черное море. Вот это вот традиционные орнаменты, которые писались на юге. К сожалению, не сохранилось писанок Николаевского области. Ученые собирали в конце 19 века и просили, чтобы им присылали писанки из разных регионов. И мы знаем доподлинно, что из Очаковского района присылались писанки, но, к сожалению, они не сохранились. Материал очень хрупкий, яйцо, и сохранить его не всегда удается. Так само я знаю, відомо и про херсонские. Да, херсонские, одесские писанки, они больше, вот на них больше орнаментов, их больше сохранилось, и поэтому, ну, мы считаем, были, да, юг Украины, мы относились к Херсонской губернии, мы вот считаем, что это наши тоже писанки. Ось ці майстер-класи з писанкарства, це таке чарівне дійство, вони на кого розраховані? Контингент совершенно разнообразный, это могут быть и маленькие дети, это могут быть и зрелые люди, все, кому интересно, как готовились раньше к празднику Пасхи, кому захочется написать свою писанку, может, это будет первая писанка, вот мы приглашаем их на такие мастер-классы. Но заказ мастер-класса нужно его предварительно осуществлять, потому что подготовить материалы, чтобы было место. И вы собираете группу? Мы собираем группы. Мы даже последние несколько лет стали предлагать выходные дни посетителям записываться и формируем группы по времени, чтобы каждый желающий мог попробовать себя в написании писанки. Для этого хорошее настроение, конечно, надо, светлые мысли, чтобы писанка получилась удачной. А плануєте майстер-класи окремо для дорослих, можливо, з більш складними техніками? Да, в этом году мы планируем для маленьких деток писанку, ващанку в виде точечек, именно для маленьких. Ту крапанку. И, да, крапанку. И для взрослых людей в этом году, ну это, наверное, будет одна, может, две группы, планируем провести выкладанку, когда яйцо покрывается воском или парафином, а потом уже из бисера выкладывается орнамент. Это та техника, которая не распространена особо сегодня в Украине, потому что трудоемкий процесс подготовки яйца к выкладыванию орнамента. Но я думаю, что там удастся задуманное, и мы проведем такой мастер-класс для взрослых. Я впевнена, что бажаючи обов'язково будуть. Сьогодні ми прагнемо повернення до таких традиційних ремесел, до такого традиційного і таких прикладних
способів прикрашання і своєї оселі, і святкових атрибутів. Тому можу лише побажати і вам, і всьому музею лише успіхів у цьому напрямку. І закінчуючи тему Великодня, теж хотілося б поговорити про той конкурс, який на сьогодні оголошено в музеї, присвячений Великодню. Раз в 5 років музей проводит конкурс, который называется у нас традиционно «Барвиста писанка». Этот конкурс в этом году у нас 4-й будет всего-навсего. Мы приглашаем всех поучаствовать в этом конкурсе. По результатам конкурса будет сделана выставка. Мы представим работы, которые поступят к нам на конкурс, на суд посетителей. Это могут быть классичные писанки? Это могут быть и композиции, праздничные, пасхальные композиции с ее яйцом, или вот с деревянным, или с яйцом на скорлупке на яичной. Угу. Тобто простір для фантазії у учасників. Да, учасників большой, і всегда много довольно-таки собирається у нас учасників, активно приймають участь райони, області, тому що там это сохранится. Иногда очень интересные приходят работы на конкурс, сделанные в отварах вот натуральных красителей, в луковой шелухе, там в тополиных почках, в березовых почках отвар делается. И вот окрашены таким способом. И мы, ну, ценим очень эти работы, просим, чтобы они оставались потом у нас на постоянном хранении в музее, потому что сохраняются вот такие вот центры традиционного написания писанки вощанки. Пані Світлано, я дуже дякую вам за те, що сьогодні ви завітали до нашої студії, стільки цінної інформації донесли до наших глядачів, і сподіваюсь, що насиченою буде і програма «Мама, тато, я, музейна сім'я», і так само насиченими прийдуть передвеликодні дні, коли буде багато відвідувань і майстер-класів. Хочу нагадати вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувались із пані Світланою Романенко, завідуючою відділом стаціонарних та пересувних виставок Миколаївського краєзнавчого музею. Сьогодні ми розповіли вам про програму «Мама, тато, я, музейна сім'я». Триває вона до 10 квітня. І так само запрошую вас, так само, як і працівники музею, на майстер-класи із писанкарства, які проходитимуть перед Великоднем. Залишайтеся і надалі з нами, щоб знати більше. На все добре. Thank you.